Всем привет, вы на канале Хакуак. От новой заказчицы вот такая пришла ко мне девочка, Рапунцель. Прошита первоначально другим мастером, густо, хорошо, но волосы, к сожалению, выпадают, потому что мастер их не закрепил. Поэтому нужно перепрошивать. Очистили голову от клея, остались вот такие следы от предыдущей прошивки. Шить будем молочным шелком. Сначала голову мы подготовили, очистили от клея, как я уже сказала, и начинаем шить. Шью я по заводским дырочкам. Средней густоты беру прядочки. Вот видите, волосы не выпадают. В каждую дырочку я вставляю прядку. Делаю маленькие небольшие капсулы. Я их называю такие вот капсюльки. И перепрошиваю. Та-дам! Закрепляю я каждую капсулу клеем моментом кристаллом и горячим клеем. Получается, в принципе, прошивка долго, где-то для меня долго, где-то 2 дня. Может быть, если я шью козьими трессами, то где-то прошивка может занимать даже 3-4 дня. Ну, смотря от густоты волос, что хочет клиент, и смотря длина какая волос, то есть и от материала. Это молочный шелк, шьется он достаточно быстро, не путается, хотя его предварительно я сначала замачиваю и вычесываю. Каждый ряд тоже вычесываю, чтобы причесать волосики ненужные, чтобы они уже сразу же вычесались и потом просто не оставались, не выпадали. Вот такая густота получается. Вот 2 ряда я шью пробором, то есть пробор сам и 1 ряд слева и 1 ряд справа. Вот как вы сейчас можете видеть, я сейчас делаю пробор. Да, пробор тоже надо шить густовато, чтобы просто не было проплешин. Вот такая девочка вышла. Волосы мы вычесываем. И вот такая вот красавица у нас получилась. То есть вот то, что было, ну и вот то, что стало сейчас. Мне кажется, результат очень даже неплох. Даже очень даже неплох. И мне кажется, что клиентке понравится. Красота ведь, да?